Ощущений. Знаете, борцы есть, у борцов есть такой вид паралимпийский, когда там глухие или слепые борцы борются. Вольники, классики, они борются ничуть не хуже, чем зрячие. Ничуть не хуже. Единственная проблема с судьями. Они их не слышат. А так отлично. Понимаете, да? Достаточно просто чувствовать соперника. Приготовились? Нужно? Только прямые удары. Начали. Назад идешь вперед, ему бить некуда, получается клинч, понимаете?